Всем привет! С вами, как обычно, Ice Frog. Вот, наступила эта долгожданная гонка с большим глу. Не будем тянуть, ну, как обычно, не тянем. Начинаем играть. Вызываем соперника. Два круга. Ой-ой-ой. Да. Ну ничего, прорвемся. Блатной, блатной. После двух гонок со мной его авторитет чуть резко упадет. Ну и сейчас посмотрим, кто у нас круче. Значит, его обогнать не могу. И пуля шарит, где надо ездить. Уже его обошли. Первый круг починить. Не очень длинная гоночка. Думаю, нормально. Ох, ё-ё-ё-ё. Ну, поднажал, поднажал. Большой не догоняет. Почти первый гонку я сыграл. Ну, не сказал, что босс такой сильный, сложный. Ну, по операции можно. Ой-ой, он догоняет. Первую гоночку я спокойненько. Вначале были небольшие трудности, но ничего страшного. Вторую теперь. Рекорд там 5.06. Попробуем побить рекорд. Пробуем, пробуем. Блин, классный старт не получился.
заносит меня, заносит. Ух ты ж, блин. О, тут три круга. Чё себе. Ничего себе. Первый круг, то какая она, поцаривает. Блин. Нужно загнать, это не дело. Без нитра никак. Да что-то кружок большоватый может быть. Еще их три. Нафига будет. Первый проехал почти. Поворотик спокойненько. Да. Рекорд круг. Я уже никак рекорд гонки не поставил, потому что 3 минуты. Там рекорд 5 на 6. Это нереально. Попробую сделать во втором круг. У меня вообще ни разу не обогнал. Это реально. Да, время 2 минуты круга, так что выиграть-то выиграть. Рекорд тоже последний разрыв. Для нее этого сделаю. Разрыв 6.75. Прилично, так прилично. Да, уже 5.33, рекорд не помню.
Хух, в этот как раз я пришел в этот город нормально, но закоряю. Так, он еще меня что-то догоняет. Надо поднапрячься на него. Да, я это сделал, 11-й босс. Пройден. Ух. Yes. Выберем две марки. Вот их уже. Да, сразу. Есть машина. И закорую это. О, 20 тысяч. Отлично, просто отлично. Следующий у нас, кто это? Карл Смит, барон. Понятно. Ну все, думаю, все, с вами был Серег, пока.